Так, смотрите, иногда случаются такие моменты, когда срочно нужна воронка, вот, но под рукой ее нету. Одно из решений. Берем канистру, такую, любую литровую там или такую. У меня в наличии был вот такая заглушка, у вас, конечно, не знаю, что будет. Такая завальцованная. Изолент немножко подмотал. Вот. Сюда ставлю шайбу. Теперь я просовываю отсюда, предварительно сделав сверлом это отверстие. Тебе вымыть надо, что ли? Ну да, бензином сполосни потом. А водой? Водой ты че, он же нас. Опять что делает? А? Ну лучше не делаешь. А сделать это? Да? А? Пойдет, я думаю. Со временем очистить. Туалет не забыл. О, правильно. А он там стал уже двигаться, а? Он там какой стоит. Отрезаем.
там Вовка бензин в этом баке там есть? Отойди, отойди. Погнали. Как положено. Танк стоял. Разбираться много в этом, до фига входит. Ну сюда 600 грамм масла. Вот она как раз. Но она уже хватит, наверное. 600 грамм, да. Как думаешь, заведется с первого раза или с какого раза? Не знаю, посмотрим, какое перекрестить надо. Теперь это твоя вот это вот. Ну херово знает. Так, вот такая вывеска была на нем. Внимание! Обратите внимание, что новый двигатель подставляется без масла. Перед запуском двигателя залейте моторное масло в картер двигателя. Перед запуском двигателя откройте топливный бак. Так. Бать, приподели, кстати, чуть. Еще немножко можно? Ага, все, назад. А в этот, в редуктор пока не надо, да? Или тоже надо? Ну, нужен ли он там нам сейчас? Давай еще попробуем немножко слить. Все, все, все. Масло залито. Перед запуском двигателя откройте топливный кран и установите выключатель зажигания в положение ON. Включено. Положение ON. Я бензин включил и налился. Нет, еще сейчас. Уберу.
здесь все хорошо. Так, теперь... газульку надо сделать. Шприц у нас есть, брат? Какой? А шприц здесь нет. Не знаю. Там и надо сбегать. Он там был, да? А дома был, да? Давай, ага.